Все вы слышали стереотип о том, что в России по улицам ходят медведи. Так вот, в Америке, в штате Флорида, по улицам ходят аллигаторы. И это никакой не стереотип, а реальность жителей Флориды. У прудов часто можно встретить знаки по типу «Осторожно, здесь водится аллигатор». Иногда из-за них перекрываются дороги, а иногда они забираются даже на частные участки. Насколько мне известно, это привычная вещь для жителей этого штата, и они их даже особо не боятся, потому что аллигаторы довольно нерасторопны и неповоротливы.